Дорогие друзья, я хочу предложить вам, подарок, свою работу «Мистицизм, религия, магия». Она была, получила высокую оценку на международной конференции «Наука и метанаука на пути к единству». Я прошу вас вот познакомиться с этой работой. Вы себя назовите, да. И как называется? Я автор этой книги, Михайлов Геннадий Иванович. Вот. Кто желает эту книгу прочитать, прошу поднять руку. А? Ну вот я смотрю, кто поднял. Еще кто желает? Ну вон, дайте философу нашего, или там вот девушке.